читаю комментарии, просто охуеваю. Люди реально думают, что Владлина Мировая может так себя вести и в жизни, пятое, десятое. У меня нет слов. Просто мне пишут ребята: Влад, давай разъёба. Владик делает разъёб. Он веселится, прикалывается и делает реально интересный контент, который минимум 150 тысяч в день смотрит. Что мне поделать? Я веселю народ. Мне как, обосраться не встать, что ли? Это один момент. Поэтому давайте без всяких отголосков, что вам не нравится. Понятное дело, в жизни есть более скромный. Но на видео там можно разъебать. Всем сладких снов. Целую. Просто когда я читаю комментарии формата «Влад, ты что даешь каждому второму?» Каждому первому, конечно. Вам же легче всего думать, что именно такие люди на камеру и в жизни определенно вашего цикла и звена. Это просто так низко, на самом деле, потому что на самом деле многие там проститутки, там эскортницы, они же в жизни там в Инстаграме Поэтому помните, что в этой жизни кто делает все на показ, скорее всего, более честный. Ну, вообще, скажу честно, не все, но многие. Всем сладких снов. Ребят, всем привет, всем доброе утро. Навожу порядок сейчас. И столкнулся с такой проблемой, что не могу найти петицию, самую главную официальную, по поводу того, чтобы ее подписать, и чтобы выделились деньги на тушение лесополосы. Пришлите мне, пожалуйста, в директ. Я хочу тоже прорекламировать это дело и, так скажем, войти в число людей, которые хоть как-то...